Мы начинаем второе отделение нашего немаленького концерта. Денис Леонидович у нас временно сейчас отсутствует на сцене, потому что он прямо сейчас находится в прямом эфире телеканала «Медичи». Я пока сама поведу этот концерт. А на сцене у нас ансамбль солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской консерватории, который зародился 25 лет назад как ансамбль солистов «Новые имена». И, между прочим, в нем тогда играла как раз наша Аня Самуил, которая тогда еще была скрипачкой. А сегодня вы ее уже слышали в качестве певицы. И художественный руководитель ансамбля солистов «Премьера», заслуженный артист России, профессор Игорь Артурович Дронов. Приглашаю его на сцену. Маэстро, прошу вас. Маэстро, прошу вас на сцену. Хочу вам представить этого замечательного человека, который много лет работает с молодыми талантами. И этот ансамбль — это детище и его, и директора ансамбля Тамары Васильевны Казаковой, которую мы сегодня тоже уже приветствовали, и с удовольствием поприветствуем еще раз. И сейчас прозвучит музыка Моцарта, увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Ансамбль солистов «Премьера», дирижер Игорь Дронов. Thank you.
вокалистов премьера, руководитель маэстро Игорь Дронов. И наш замечательный ансамбль солистов остается еще на сцене, потому что сейчас следующий номер будет дуэт двух духовых инструментов. На самом деле история у этого произведения очень богата именно в связи с фондом «Новые имена». Вот чуть меньше 30 лет назад его очень-очень активно играли на гастролях два наших замечательных музыканта. Это Алексей Гринчук, гобоист и кларнетист, Игорь Федоров. А сегодня мы изначально планировали, что это будет союз двух поколений. Игорь Федоров бы вышел на эту сцену со своим молодым коллегой, гобоистом Тимофеем Яхновым. Но случилась небольшая проблема, так сказать, производственная травма у Игоря. Он немножко потянул руку и поэтому передает свою эстафету еще одному молодому коллеге. Таким образом, дуэт получается уже из нового поколения. Итак, это будет гобоист Тимофей Яхнов и кларнетист Андрей Рязанцев. Они примерно сверстники, старшеклассники, оба лауреата международного конкурса «Щелкунчик». И в их исполнении прозвучит дуэт на тему из оперы «Норма» композитора Беллини в обработке композитора Лаврельо. Итак, ансамбль солистов «Премьера», солисты Тимофей Яхнов и Андрей Рязанцев, дирижер Игорь Дронов. Thank you.
Тимофей Яхнов, Андрей Рязанцев, ансамбль солистов «Премьера», дирижер Игорь Дронов.